Санкт-Петербург. В синем трико Гаджи Набиев, Дагестан. Разыгрывается бронзовая медаль. Судейская бригада в составе руководителя Аксарбек Макоев, арбитр Андрей Жарин, Макоев, Жаринов Андрей Москва, боковой судья Эльдиса Аксарбек. В красном трико выступает Ахмат Ташухаджиев, Санкт-Петербург. Мастер спорта международного класса. Победитель первенства мира среди юниоров 2019 года. Серебряный призер первенства Европы среди юниоров 2019 года. Тренируется под руководством Султана Таймасханова и Александра Чураева. Одновременно Гаджи Набиев, Республика Дагестан, город Махачкала. Параллельный зачет, город Москва. Мастер спорта международного класса, тренирует спортивное общество имени Мама. 15 лет занимается борьбой под руководством тренеров Али Алиева и Мама Уза Алиева. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в Казахстане. Чемпион России 2019 года в Сочи. Thank you.
давай, активнее. Прошу прощения, Набиев Гаджи.